Ребят, всем привет! У нас сегодня обещали штормовое предупреждение, но на улице солнце светит, но где-то там вдалеке вроде тучки прям такие, знаете, хорошенькие идут. Но нам надо съездить, точнее мне надо съездить в дилерский центр, где машину покупал, и забрать документы, чтобы сделать регистрацию на машину. Вот, они подготовились. Надо туда съездить. Ну и все как бы поедем вместе со мной, потому что Катя, допустим, еще ни разу на машине не каталась, и очень интересно прокатиться. Я уже пришел к машине, постелил вот тут такую, короче, тряпку, не знаю, как это, материал такой специальный, чтобы вот подкладка в как раз в багажник, чтобы здесь ничего не каталось. Вообще в предыдущей машине был пластмассовый багажник, ну, в смысле, здесь пластмасса была, и поэтому я, допустим, положил ключи, ну, всякие там гаечные отвертки, все такое, набор, и он катался, мы на каждом повороте, он и мы в первый же день поехали в Walmart и вот купили такую подкладку, чтобы не каталось. А здесь нормальный такой материал, сейчас не будет кататься, ну, то есть это не пластмасса, а вот какой-то, я не знаю, там войлок, не войлок, короче. И норм, но мы же ездим с коляской постоянно, и когда дождь или еще где-то, где не по асфальту катается, колеса мораются, чтобы не заморать эту подкладку, ну, я постелил здесь эту штуку, что видите, как раз тут колеса стоят, и она может заморать, поэтому так сделали. Еще взяли с собой пакеты на ресайкл, на переработку отдадим. Так, и все, сейчас жду. Должны с остальной семейства подойти. Еще когда я вчера ездил к страховому агенту, шел дождь, и у меня теперь грязная машина, вы посмотрите. Фу. Мы сейчас едем как раз в ту сторону, где, видите, тучки такие прям хорошенькие. Эл-эл. Нормально вам то место? Да, вообще здесь прям королевство. Больше места, чем в прошлый или нет? Больше. Да, больше. Больше? Угу. Сзади больше у них. Да, у нас да, тут прямо... Тут больше места. И, ну и у вас колени сейчас не упираются, как в той, да, получалось? Не, ну, у нас не упираются нормально? Колени наши, да, длинные, нормально. Длинноногие колени. Вообще в автосалоне могу бесплатно машину помыть, но там такая туча, я вот даже не знаю, получится ли это бесполезно. Вообще вот уже автосалон, но мы сейчас доедем, я высажу всех в картерс. Паша нас оставляет сейчас в магазине. В детском. Здесь 50% скидка. На все, кстати. Мы сейчас с Эмили кое-что купим. Нам нужны... Почему нам нельзя так говорить? Надо ей штанишки купить. Такие, не тонкие, потому что у нее все какие-то толстые. Звони. Или ты сюда придешь. Ну, короче, звони. Скидочки. Мы, кстати, даже не знаем, что здесь скидки. Это очень радует. Может, костюмчик какой-нибудь купить. Вот надо ей тоненькие штанишки, она из всех уже выросла. Либо они у нее прям толстые. Ой, какая прелесть! Ой, прям на лето классно. И здесь уже такие классные летние вещички. И $7 стоит всего лишь. Вот это классно. Такую купить костюм? Можно, кстати. И вот штаники. Хорошенькие такие штаники. Ну и вот это тоже хорошее. Да, ну это как бы все пригодится. Да, ну во-первых, да. Здесь длинный рукав. Да. Взять, здесь короткий. Прикольный, мне нравится. Все, мне вот это очень нравится. И потом вот это на лето. Просто сейчас не нет? Да, конечно. Этот костюм пока что не берем, потому что штаны как бы большеватые сейчас. И их никак не подогнуть. Ну, как бы некрасиво. Здесь прям сама фишка в этих зайчиках. Если подогнуть, то прям не очень будет. Они пока что большеватые. Ну, по длине прям будут большие точно. Так что смотрим другие. Здесь, конечно, выбор огромный. Но знаете, иногда бывает вот. Это понравилось все. Еще нам понравился вот такой вот. Вот такой вот костюм нам еще понравился. С клубничками. И здесь удобно, штаны можно вот так вот подогнуть. Это мы уже подогнули. Посмотрели, как смотрится. Мне еще нравится вот эта очень коллекция здесь. Вот футболочки симпатичные. И прикольные штаны. Мне понравились очень вот эти. Но их нет на 6 месяцев. А на 3, прям смотрите, какие маленькие. Прям вообще малютки. Малютки штаны. Вот. Но есть вот розовые такие с единорожкой.
Тоже симпатичные вроде. Не знаю, взять, нет. Вот, мне кажется, на большую девчонку прикольно. Ну, как на большую уже так, постарше. Такие вот юбочки носить. Потому что дома как-то их не поносишь, неудобно. Не поносишь. Ты не поносишь? Я не смогу. Дома они же колючие. О, кстати, неплохие. Мы смотрим, чтобы они пошире были. У них вот скидка. Да, $10 так они стоят. Небольшие они. Потому что те какие-то слишком узкие. Вот то, что я вам до этого показывала. Эти какие-то слишком большие. А эти слишком, мне кажется, плотные. Нет, это кажется, ну они такие. Ну зато памперс долго можно не менять. Что? Он разуется, и все нормально. Мы не издеваемся тогда своей дочери. Ой, как тут вкусно пахнет. Да тут дорогущее мыло. Подожди, там 6 за 2. 25, 23, смотри. Прикольный новый всякий вкус. По-моему, так же там было. Папа сегодня ответственный. По коляске. С Эмили ходит. Да ладно, тебе же нравится. А это вот такая штука вставляется, как запах. Как ароматизатор. Да, как ароматизатор. Он просто запасной баллон. Ну, как не баллон, можно менять. Да, можно их менять, всякие это ставить. Понятно, вот да? Сюда вставляешь и в розетку, да. И пахнет. Они некоторые бывают с подсветками всякими. Ну да, тут столько всяких запахов. Вообще, смотрите, как много. Классно. Хочу вам показать. Какие еще есть, смотрите, классные всякие. Ой, вот это мне нравится. А, прикольно, в детскую. Интересные. Вот эти вот светятся. Знаешь, что ты? Я нашел санитайзер, там офигенный вкус. Возьмем? Да, пойдем купим. Мне тоже, возьмите один. Конечно. Штук, один наш. Свечки, манго майтай. Ой, я хочу понюхать. Мне лень их открывать. Потому что у меня только одна рука, это надо ставить камеру. Очень сложно, очень. Ну что? Мы сейчас будем полгода выбирать. Нет, вообще я могу сразу набрать. Вот этот офигенный. Вот этот офигенный. Персиковый, вот этот, да, классный. Офигенный. Вот этот офигенный. И все, еще один остался. Пусть мама сама выберет. Вот ванила еще. И все. О, шампейн. Ты взял? Да, взял шампунь, вообще шампунь. Ну вот их можно тут понюхать. Все. Вот 5 штук. Смотрите, какие здесь классные держалки. Чтобы, ну, на сумку зацепить. Боже мой. А вот динозаврик. Классно. Я, кстати, помыл машину. Это заняло 15 минут всего. И забрал документы. Я, кстати, сразу зарегистрировал ее прям там в сервисе. И мне не надо теперь в день въехать, слышь, кис? Да, я зарегал в онлайн, прям сел там и все. Сейчас мы заходим в обувной магазин. Кстати, забавно, что Катя сегодня смотрела в интернете. В этом магазине какие-то там тапки, шлепки, типа вот такого какой-то там фигни. И мы приехали сюда, и здесь есть этот магаз. И она может прямо сейчас померить, посмотреть. Вот, что я смотрела. Хочу померить. Такие вот сандалики. Новая коллекция? Ну, не знаю, летняя. А вот которые тебе понравились? Что-то... Нет. Не очень? Ну, нет. А тебе вот эти понравились? Да что ты врешь? Да нет, мне просто надо, чтобы здесь вот была не кожа. Так, что же еще померить? А, хочу, знаете, как, что померить? Вот просто посмотреть, как вообще это выглядит на ноге. Вот какие-нибудь такие. Вот ну, цвет будет. Без... Да я просто показываю, ну, я не знаю. Смотрите, прикол. Здесь есть какие-то наклеечки. Не знаю, для чего. С кошечками. А, ну, вот для чего. Чтобы клеить их. Так. Померю сейчас вот такие вот. Кстати, забавно, что на сайте не было моего размера. Потом я такая думаю, не буду пока заказывать. Вот как-то так.
Что-то мне не нравится. Не знаю. Какая-то тупая резинка сверху. Может быть, ты скажешь мне, что поменять? Я не могу, я знаю человека, кто может. А, Людочка! Людочку! Вот Людочка советует, смотри-ка. Любая погода. Тут надевается, не скользит, тут проветривается, тут вообще вот так гнешь, все красиво, можно подобрать. А цвет rose gold, это мода. Блин, ну вот на самом деле, да, я померю. Да. Я померю. Да, блин, на самом деле они очень удобные. Это жесть, конечно, как они выглядят на ноге. У меня же типа таких дома есть, только мужские, вообще удобные. Ну, домашние, да? Нет? Такие вот сланцы. Тебе не понравились его звуки? Это я понимаю, он просто многодетной мамы. Ну да, удобно. Чё-то мне ничего не понравилось. Вот, а ещё, может быть, вы заметили, у меня насморк опять. Всякие какие-то запахи здесь вообще прям... Очень сильно пахнет обувью. Логично? Логично? Чем еще здесь может пахнуть? А я уже привык, я вообще не замечаю. Ну, я тоже привыкла, но мой нос не привык, и у меня бегут сопли. Да. Вот. Короче, я не знаю, о чем брать. Вообще, это на самом деле очень сложно. Выбрать какие-то босоножки, чтобы они были красивые, удобные. Не хотела на совсем тоненькой подошве, и мне не надо, чтобы они были не кожаные, ну или не кожзам, чтобы мягкие были, красиво на ноге смотрелись. Придется самой стать дизайнером обуви. Ну, на самом деле, вот фирма вот эта Birkenstock, очень прикольная, но, в общем, вот какие-то вот такие босоножки на самом деле очень удобные. Мягкие. Но мне понравились только по цвету вот эти и... Не помню еще какие. Но, в общем, нет моего размера. Вот, может быть, закажу домой померить какие-то из этих. Не знаю, или не париться и взять уже вот какие-то такие. Пошел на басик и все, и гуляешь спокойно. Ладно, я шучу. Ой, смотрите, какие симпатичные кедики. Прям вообще классные. Это Рокси, наверное. Да, Рокси. О, мама вот такие вот летом еще покупала. Мы не обедали дома, поэтому все проголодались, и мы срочно приехали в тайское кафешко. Здесь очень вкусный паттай. Родители, кстати, первый раз именно в этой тайской кафешке будут пробовать сейчас еду. Первое блюдо – это рис с ананасами и курицей. Ох, вкусняшка. Там еще кешью должны быть, да? Да. Дальше паттай. Порции просто огромнейшие. Просто гигантские. Мы сейчас каждый будем вот так вот друг другу накладывать в тарелку. Есть. Так что всем приятного аппетита. Доченька, ты такая красивая. Проснулась. Смотрите, как это будет смешно выглядеть. Она начнет тянуться у меня на руках. А, потекушечки. Боже, кис. Доча, покажи, какой ты супермен. Вот, супермен. Полетели! Супермен! Точнее, супервумен. А супервумен умеет летать? Вроде нет. Поэтому ты супермен. Да, полетели, пандочка. Куда летим? Доченька. Как спалось? Тебе нормально? Нормально спали? Ой, да, конечно. Конечно. Да, снимай шапочку. Конечно, зачем она тебе? Ты моя хорошая потягушечки. Да, починись. Конечно, конечно.
Нет, видно и сладкая. Мама сопли. Да? Сопли у мамы. Ну что ты? А ты что? А кто это такой сладкий? Ты сладкая девочка? Ай. Улыбается, дочка. Не надо кулачки тянуть. Да? Ну что ты расскажешь? Что тебе снилось? Дочь? А вот интересно, и какие сны снятся? Там говорят люди или нет? Или тебе единорожки агукает. Снятся? Агукает. Агукает там люди, представляешь, да? Снится сон, а мы с тобой агу-агу. О, агу-агу. Да? Ты моя принцесса, моя хорошая. Ну, конечно, конечно. Скажи, мне снятся животные всякие, которых я не видела еще. Ну, скажи, хватит, уже раздевайте меня, да? Хочет издеваться надо мной. Сегодня у нас весь блок будет из Эмили. Ну, конечно. Почему она такая булка на камере? Булочку. Ты не такая большая. Ну, конечно. Ты не такая большая в жизни, как на камере почему-то. Почему ты не такая? Не такая. Большая. Папа тебя в последнем под правильным ракурсом снимает, да? Да, ну, конечно. Ага. Катины же родители хотят создать канал. В предыдущем влоге вы, скорее всего, подсказывали им какие-то названия, но мы еще этот влог даже не выпустили. Ну, как бы там часовые пояса, задержка, все такое. И я их сейчас учил монтировать видео. Это все очень сложно на самом деле. Катины родители как бы пользуются компьютером, ну, там смотрят фильмы, там торренты, не торренты, там находят их где-то, ютубчик. Но они все это делают на тачпаде и как-то, короче, справляются. А здесь им нужна мышка, чтобы монтировать. Все-таки так удобнее. Нужен скролл, чтобы приближать. И, ну, там, мышкой я им все объяснял. Записал видео на своем компьютере с помощью там OBS, все разжевал. И сейчас папа сидит, монтирует влог с города-призрака. Это просто ужас какой-то. Во-первых, я им раз 4 объяснил, как все это делается. Он уже забыл. Мышку не держал там, сколько лет, 50. Он это самый прикол. Я сейчас покажу. Сначала он мышку взял вот так и говорит, что ты давно мышку не держал. Я всегда пользуюсь тачпэдом. Да, и начинает такой что-то тыкать, что-то, говорит, что-то не работает. Но это еще ладно, это, конечно, прикольчик, он потом раздуплил, как это происходит. И все, и теперь он вот мышкой водит там по экрану, и так как 100 лет не пользовался этим, вот надо кнопочку play нажать, он просто такой, сюда, 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 здесь, так, вот так, здесь, что-то тут... На все кнопки нажмет, но не на play. Ну и вот так примерно все происходит. Это так смешно, ребят, на самом деле. Ну понятно. Но скоро пройдет 20 лет, и они научатся монтировать. Не 20, 21. 21. И все, будет просто отскакивать от зубов эти все влоги. Но снимают нормально, молодцы. Это, короче, да. Так, мне сейчас надо ставить слово буханка сюда. Буханка? Да. Подождите, куда? Вот на, внизу где-нибудь в углу видео. Так, ну как я вас учил это делать? Ну как, я уже забыл. Придется смотреть туториал, который я вам записывал. Как? Как? Это все на этом компьютере. Да, все тут все есть. Дома, это у нас 3 компьютера. Да, вот, я туда записал им все. И проверять, как же это вставлять буханку. Пошло дело, пошло дело. Как ты издеваешься надо мной? Бухан. Буханул. Буханканский. Это город такой. Буханканск. Буханканск? Да, буханка. Так, что дальше? Вот так пошло дело, мышка. Че?
Я знаю, что делать. Выделите и сделайте жирным. Так. Как выделять файлы, там не файлы? Ну как выделять? Я вас же учил. Вы не слово выделите мышкой. Зажимаете левой кнопкой. Давай. Оба. Вот это да. И теперь на Б. Это, ребят, прогресс, между прочим. Все, вы теперь смотрите. Вот это вот все лишнее. Видите, окно большое, вы не видите ничего. Надо просто окно чуть поменьше сделать. Все. И... Так, надо уменьшить мне буквы. И вот здесь буквы вы нажимаете на крестик. Так, давай, оп, 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 оп. И двигаете, куда вы хотите. Все. Так, смотрите, нажимаем. Смотрите, сейчас как будет происходить. Так, что-то не попали вы в квадратик. Зажимаете и уменьшаете до размера, который нужно, и двигаете куда вам надо. Буханка. Все, ребят, так, это просто лайк. Сделать, там контур. Да, контур не обязательно, так же видно. Так видно, да? Ну и все. Все, закрывайте крестик. Бамс. Теперь надо подвинуть в тот момент видео, куда надо. А пускай вы... так и будет. Будет. Вы можете подвинуть его. Я тут пришла. Папа монтирует видео, а Паша говорит, что принесет что-то. Что там ты говоришь? Я забыла. Ну, просто нужна поддержка и мотивация. Сказать, типа, доделаешь видео, мороженое получишь. Две минуты, где мороженое? Или яблочко, да? Да. Шоколад. Какой молодец, хороший, да. Типа массаж на такие, давай, получится. Почему он на полу сидит вообще, лучше мне скажите? Что там поддувает или нормально? Вентиляция. Да? Понятно. Ладно, ребят, можно сегодня будем с вами прощаться. Увидимся с вами, когда? Завтра! В общем, всем хорошего дня, шикарного настроения и пока-пока.